31 июля. Сергей Павлович проехал выше Любы Минаевой сено завести. Только поговорили, уже пришел. Вот, приехал трактор. Сейчас будут грузить. Так, вилы-то еще одни надо, наверное, у Любы. Так. Начинайте. Сережа, бегом сбегай к Любе. Скажи, давай вилы сюда. И пусть приходит соскребать. Скажи, трактор подошел. Куда валить, потом что? Скажи, хватит. Ерема. Еремия, он уже лет 5 на тракторе работает. А не знаю, 17 лет есть, нет ему. Ну что ты тыщешь-то его? Да ты тащи, бери с этой стороны, он там разберется, уйди. Бери и покидай. Такие бесполезные тычки делает. 3 раза ткнул и ни одной соломинки не положил. Ты наверх залезь, наверх. И оттуда кидай туда прямо. Ничего не знаю. Ну залезь, не толкись, мужик. Что сделать? Представь, сколько ты ткнешь его. Надо сверху залазить, сверху. 3 раза, говорю, 4, 5, не все равно. А теперь кидай туда. Еще упадет, он подкинет. 10 раз не тыщ, 1 раз и кидай. Городской житель совершенно не приспособлен к жизни. Даже оторвать сено, это любая бабка оторвет больше руками. Что она под ним сено, и он тащит, и не может понять, что убери ногу-то. Ты стоишь на нем, маленько-то ногой отступись назад. Городские еще на деревенские. Да городской же ничего не умеет делать. Он готовое потребляет. А большинство людей вообще ничего не имеют. Живут где-то то на Воровном, то как. Ерема, а сколько тебе лет? 17. 17? Да. Ты с каких лет начал работать на технике? На машине с 12 ездить. Вот так подумал. Молодец. Храни тебя Господь. Имена-то какие? Еремия. Пророк Еремия. Сейчас прибежит он с вилами. Люба подойдет. Это быстро все можно сделать. Во, смотри, сколько захватил Володя. А вдвоем. Во, вдвоем. Помогай, чтобы сверху-то. Ты не ткни его вилами. Маленько гляди. Опасный человек. У меня вил нет, значит, я принес вилы и грабли дал. Мое дело наблюдать, чтобы техника безопасности соблюдалась. Видишь, закрыли этим покрывалом-то, палатками-то, и все сохранилось. Прям туда дальше накладывать. И Сергей Павлович бежит. Молодец. Она дома, Люба? Дома, сейчас она там. Чтобы шла с граблями подгребать. Там утаптывай ее хорошо. Во. Грабли сохрани. Она грабли сказала, это. Время не трать. Это она говорит, я сама потом все сделаю. Ладно, ладно. Основное это я знаю ее. Брать. Ее смирение. Скромность. Вот машины с какими у Сергея, пожалуйста. Что написано? Любой может просчитать. Профессиональный собака, чемпион России. Вторая чемпион Алтайского края. Этот первый чемпион России с нами ездил ураган. От Тихого до Атлантического океана. Скандинавию, Прибалтику, Север. Это с ними, с нами проехал. Такой собаки нету, да и ну нету и не было никогда. Столько проехать с миссией. Во-первых, миссии никогда не было. Во-вторых, такого ранга собаки. Она зачипирована, у ней в загривке чип прощупывался. Сверху надо одному Володе залезти. Вот так, растаскивать. Ну, теперь уже так можно. С 12 лет техника. Вот. А в городе какая техника? Ну, только за рулем отца, если где-то.
А этот трактор, он вывозит пшеницу, отвозит и еще что-то на покосе. Все абсолютно знает. Учится сейчас где-то. Закончил с одними пятерками, говорит, здесь. Скромница такой. Теперь впереди что там, армия. И Бог знает, как будет. Вот она была копна. Видишь? Виталий, ты не делай так. Ты втыкай и вытягивай. С этой стороны. Ладно. Ну ладно, ладно. Ты первый раз вилу в руках держишь, что ли? Ну, тащи до конца 10 раз тыщи, чтобы в нее. Видишь, он не может без этого. Ты мыслишь, что ты правильно делаешь. Ну что ты ее тревожишь? Ты втыкай и тащи. Вот, тащи теперь. На одном месте все стоит. Считается, когда положено сено наверху. Все. Посмотри, Сергей, один раз только ткнул, один тычок, а у тебя 15. Видишь, 2, 3. Он не хочет быть другим. И так интересно. Считают, что ты немощный, поэтому и прощают все, смотрят, как на придурков. Зачем тебе это? Ты сделай так, что они смотрели, как на богатыря русского, витязи. А Ирина там один граблями разносит, растаскивает. Сейчас надо будет заехать сюда. Куда, сюда? Да, конечно. Ворота открыть. Он туда заедет. Сумеешь заехать вот сюда, вот ворота? Конечно. Пройдет? Там две копны надо забрать будет. Как раз все войдет. Вокруг объедешь и там войдешь. Я думаю, он зайдет тут. Это ширина, это смотри какая. Надо пробовать. Вдруг не пройдет. А, вдруг не пройдет. Она широкая. Что? Ну тут понятно все. Вот пробуем заехать. Войдет или нет. Вот эти ворота. Он сбоку заезжает, не пойдет. Задний ход очень трудно идет. Нет. Нет, он по диагонали. Там смотри, с той стороны зайди. Заденет. Подожди. Нет. А ну-ка попробуй, Давай, встань перед ним, маши. Маленько сюда, подверни как бы сюда. Маленько заденет он. Вот это вот видишь? О, давай. Давай. Маши, там пройдет? На той стороне? Да. Прошел. Теперь протягивать надо. Стой там, посмотри. Ты супер. Вон тот провод только не зацепи. А? Провод не зацепи. Там два провода. Пошел посмотреть. Вплотную.
буквально миллиметры. Ну и рёма. Там вообще нету места. Иди сюда! Сережа, иди сюда! Иди сюда! Вот палкой надо поднимать провода, если он будет цепляться. Пока не надо. О, да тут до проводов еще. Вот, вот этот вот. И этот тоже. Сейчас посмотрим. Все. Выворачивай, выворачивай. Чтобы не задел. Давайте я засниму. Стара, смотри ту сторону. Надо будку убрать, будку убрать. Но он сможет зацепить ее. Далее вот эти захвати. Научи с шарика, и мы потом снимем ролик про него. Забор он там хоть не заденет. Научи его базовым командам, хотя бы трем там. И Игнатий же расскажет про него историю, как его ролик. Еще надо. Палатки, палатки. Стоп. Он выпрямится хоть сейчас, нет? Зря он-то. Могли бы и сбоку все это подать. Ну, опять. Ну, штопорить надо опять. Что, тебе помочь может? Пока ты будешь сдавать. Может, кто-то помогал бы тебе тут, пока ты... Не надо мне сейчас подальше.
какая-то задержка. Братья тут подсматривают. Это у нас высота балерина называется. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника, трехэтажная. А рядом тут это чистами есть. Вот за этой крышей, видать. Медленно что-то там не нравится. Тут какой-то можно заказать. Залезьте так, это не просто. Бери в грабли скорее, а то. Вот еще лучше дело пошло. Правильно, правильно это, Виталий. Вот. Вот это настоящие мужики. Топчите с краю, подожди, это. Натаптывать, а то у вас будет скатываться. Здесь. Здесь топтать. Надо топтать здесь, а потом дальше пережать. Накладывайте здесь. Топчите вот так, а то она поползет. И так поднимайте в уровень с тем, а потом уже видно будет. Вот здесь топчи ее прямо на месте. Подавай еще. Так, это не надо трогать. Пусть она шире будет. К Сергею подкладывай. Ты не опрокидывай так. А вот так поднимай, вот так отпускай. Вот видно, что никогда не вил не держал. Вот так вот. Поднимай, а потом опускай вот так. Не надо опрокидывать сено. Сено закручивать не надо. Поднимай. Сейчас кверху подойдешь и поверни вилы. Нет. Так? Вот так вот подними, вот так вот обратно выдерни вилы. Да. Чтобы он сел. Давай. У тебя пойдет дело, если стараться будешь. Вон туда, да. Это рядом голубятня моя. О. Вот Виталий уже берет, смотри. Хорош. Так, кверху поверни, повернись теперь сам. Кверху подними и вниз вот так опусти. Нет, ты вилы-то поворачивай, чтобы на тебя вот так были. Дай, покажи ему. Вот так принес, и вот так вилы выверни, чтобы они вынерли. А ты их стягиваешь обратно. Да, я вот так. Толмач. Толмач это означает дурень пустоголовый. Вот так. Глазами смотрят, они не могут. Подражательным методом леса учат воровать. Выворачивай теперь. Поверни его. Все, он лег. Это само по себе понятно. Притаптывайте крепше. С тем сравняйте, когда тогда выше поднимать будете. О! Ну, настоящий русский мужик пошел. Оторвал черешок. Там еще вилы есть. Сломались вилы. Ну, слабенькие. А чьи вилы, неизвестно. А чьи это вилы? Володя. Говорят, наши. А то пошел бы я сейчас сделал. Бегом. Я могу сделать. Давай. Я для того и стою здесь. Когда будете выезжать, будьте очень осторожны. Давайте. Я пошел. Давайте, с Богом. О, ребята, пошло дело. Видите как? Вот пошел Володя здесь. Сломался это дело. Ровно за 5 минут. Вот у него сейчас в руках вилы эти. Новый черешок. Лопата совковая была, ее сдернул, она надломлена. Вот проверяет, как. Не просто так. Все. Друг друга вилами не ткните только, смотрите, это самое главное. А это вот усилительное сооружение к нему. Электрический ток шел. Тут на 3 фазы было. Тестомес работал.
Это лабаз. Все так устроено. Но стоит она, лабаз, на этих, на рельсах. Ну, мышка еще по ним как-то может забраться. Но она упрется в железную плиту, когда дойдет доверху. Там продукты хранятся. И дальше никак. Только зимой она легко зайдет, если снег не убирать. Или здесь какая-то вот рядом былинка вырастет, по ней может забраться. А так нет, вот, все. Лабас. А это вот Павел тут прикручивал, брат мой. Как бы не он, тут еще не за давно бы она упала. Она держится только на пасынках. И там голубятня у меня была. И залез туда Колонок или кто, и уничтожил. 6 пород голубей было. Виктор Николаевич зашел, говорит, поле битое, все мертвы. Он заплакал даже. Оставался здесь и смотрел. Бог дал трактор. Ну, Господь так. А там дальше скворечник, где я нахожусь. Скворечник, название домика. Все. Вот видишь, как уже пошло дело. Сережа, тут натаптывайте, натаптывайте рядом, до самого верху. Иначе поползет она. Натаптуйте, чтобы тем сращение было, чтобы у ней, ну, одно другое перекрывало, как кирпичи в стене. Вот так вот нажимай. А потом следующий и так кверху и перекроете. Так, больше туда не тяните сено. Здесь поднимите сначала. Поднимите. Вот так. Топчите и больше ничего не надо. Пошел.